Книга «Открытым оком. Вопросы по Святой Библии», номер 356, Матфея 12, глава 7 стих. «Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных». Что нужно понимать под жертвой? Отвечает Игнатий Лапкин. Жертва – это то, что человек приносил на содержание священства и храма, и жертва за грех. Приученные к этому с детства, ревнители древнего благочестия считали, что это самое главное, и ничего более с них не требовать Бог не может. И выйдя за храмовые стены, можно дать слабейшему и взошей, и пройти мимо нуждающегося, не заметив его, или подать один пятачок и сказать: «Разделите на двоих». Вот на это Христос и сказал о милости к падшим. Для того, чтобы кому-то оказать милость, не требуется особой силы звания, богатства. Матфея 10, глава 42 стих. «И кто напоит одного из малостих только чашу холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Матфея 5, глава 7 стих. «Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут». Иаков 2, 13. «Ибо суд без милости не оказавшему милость. Милость превозносится над судом». Ни милостивые, ни имеющие жалости, жестокосердные – это все за церковными стенами и за оградой Царствия Божия.